апостолы Петре и Павле, положивши жизни за Христа. Велика была их вера, и проповедь была сильна. Сегодня в этот день погожий вспоминаем апостолов святых, что принесли в наш мир проповедь и веру во спасение. В этот день священный вспоминаем мы о равных, апостолы Петре и Павле, молите Бога о нас. В этот день священный вспоминаем мы о равных, апостолы Петре и Павле, молите Бога о нас. Единый дух, что в них вошел, хотя и разными путями, на Павла громом снизошел, Петра отметил языками. О, святые Петре и Павле, праздник светлый у христиан, почитаем вашу память, Богом день нам это дан. В этот день священный вспоминаем мы о равных, апостолы Петре и Павле, молите Бога о нас. В этот день священный вспоминаем. Стал Петром, был рыбаком, а стал пророком, и говорил он истину одну: давайте, люди, верить в Бога. Был Павел кроток и смирен, молился образу святому, и в вере был он каменной стеной, и это проповедовал народу. В этот день священный вспоминаем мы о равных, апостолы Петре и Павле, молите Бога о нас. Вспоминаем мы о равных, апостолы Петре и Павле, молите Бога о нас. Их слова дошли до нас, священной книги Вечного Писания. Написано послание от Петра, написано послание и от Павла.